Всем привет, ребята! Новая рубрика на моем канале. Как вы знаете, я недавно перешел на пар, то есть сигареты сейчас в моей жизни это уходит куда-то в прошлое. То есть вот, и вы тоже давайте переходите с аналога на пар. Это гораздо лучше, гораздо вкуснее. То есть сегодня вы можете попарить вишню, завтра вы можете попарить там, не знаю, какой-нибудь краусанчик, какие-нибудь ягодки, фруктики и прочее, а табак и он одна моновкус такой, беспонтовый, так что давайте, думайте головой. Так, и начнем. Рубрика абсолютно новая, я просто посмотрю на вашу реакцию, понравится ли она вам или нет. Если понравится, будут эти видео выходить гораздо чаще. Ничего я не забыл, роллы обещал, будут роллы на моем канале, обязательно сделаю. Поем на гитарке, поиграем. Прям, наверное, сегодня, потому что у меня такое хорошее настроение сегодня. И давайте начнем. И еще на немножко отвлекусь. Участвуйте в розыгрыше на моем канале на 1000 подписчиков. Очень интересный конкурс. Все предельно легко, все предельно просто. Давайте начинаем. Первый товар это у нас получается кольца. Кольца для баков очень нужны, потому что баки бьются как хрупкая маленькая девочка. Вот, и эти кольца абсолютно не будут лишними, если вы, допустим, парите не дрипку, ну, используйте, а бак, допустим, вы просто бакофил, вот. Бакофил это хорошо, я сам сейчас на игошке сижу, там бак, так что все ок. В принципе, заказать за 10 штук 123 рубля, это недорого. То есть, одна штучка получается у китайцев 12 рублей 46 копеек, а в вейп-шопах, насколько я знаю, 50 рублей одно колечко. И здесь получается выгоднее покупать. Что сказать, 69 голосов, то есть 285 заказов, 5 звезд. То есть, все абсолютно рекомендуют. Продавец хороший, общался с ним, так что заказывайте. Ссылочки, как всегда, будут ниже под видео в описании. И вторая вещь сейчас загрузится. Это у нас дриптип. Дриптип, конечно, не из дешевых. В Китае он мог бы быть и подешевле. Находил, правда, подешевле за 40 рублей. Ну, знаете, наверное, на игошке раньше ставились Иго CE4, по-моему. Это вообще дичная. Вот. И я нашел такой же дриптип, он 40 рублей, но я его не стал в эту рубрику включать, потому что, ну, думаю, ну кто его закажет? Ну, черт. Вот лучше вот такие вот дриптипчики, смотрите, какие они шикарные, 4,7, то есть у нас отзывов, 373 заказа, вот, есть разные. Я себе вот приглядел, знаете, какой, сейчас я вам покажу. Вот такой вот мне понравился, с индейцем, очень-очень прикольно, в корзинку себе кинул, обязательно закажу. Ссылочку оставлю, как всегда напоминаю, вы тут можете выбрать для себя какой-то дриптип 510, то есть распространенный такой дриптипчик. Так что у кого 510 дриптипы, гол заказывать, как говорится. И давайте к следующему товару. Следующий товар у нас будет вата. Очень хорошая китайская вата. Ее советуют. Вот 803 заказа, 10 штучек, партия 13 рублей, то есть один рулончик, один лист 13 рублей. У кого дрипки, дрипки баки, так что вот заказывайте. В принципе, вот все советуют. 5-0, 803 заказа, это вам не 2 заказа. То есть люди даже есть поумнее меня, которые шарят больше в этом деле. Я совсем новичок, ну как бы решил вот такую вот рубрику сделать. Возможно, кому-то это будет нужно. Ну, в принципе, что, вата как вата, наверное. Все, нечего сказать про эту вату. Дешевая, хорошая вата. Давайте к следующему. А следующее у нас это койлы. Койлы разные есть. Койлы 543 заказа, 5 звезд, значит все хорошо. Это у нас вот 0,45 Ом. Потом 0,45 опять Ом. Это у нас Клэптон, Фьюз Клэптон. Клэптон это 10 штучек. По 10 штучек партия, значит, одна штучка 19 рублей 31 копейка. Ну, в принципе, недорого тоже. Вот такие вот у нас есть койлики. То есть койлов очень много в Китае. Есть где-то дешевле, есть где-то подороже.
следующий будет у нас там тоже койлы, только там будет очень большой набор, то есть поинтереснее будет. Но это так, чисто опробовать китайские койлы. Но многие говорят, что они ничем не отличаются от накрученных в вейп-шопах, только там дорого. А следующий у нас это дешевая дрипка. Дрипка. 4,9, 116 заказов, тоже неплохо. Я скажу, я заказал дрипку, но не такую дрипку. Я заказал, получается, Velocity одну и Freak Show Mini. Вот, вот такая тоже дрипочка, тоже на нее смотрел. Вот придут вот скоро мне эти дрипки, будет обязательно обзор. Батарейный мод, кстати, я от iJust 2 купил, так что будет много интересного на канале. Подписываемся тоже и участвуем в розыгрыше. Ох, какой я рекламщик, мне бы в рекламном агентстве работать. Вот такой вот недорогой. Я не знаю, это, что это за фирма такая. Ну, в принципе, я читал комментарии в мобильной версии. Тут почему-то у меня комментарии не высвечиваются. Вот даже могу показать. Ну, тут вот китайцы нам показывают. Ну, как бы видно из фото, что как бы резьба нормальная абсолютно. Все, в принципе, сделано добротненько. Обдувы. Все, в принципе. Трехстоечная база получается. Вот это плюс. Это два минуса. Так, еще у нас оринги идут запасные. И два койла. А, это дрипка баг даже получается, что ли. Ну да, получается так. Ну, прикольно, прикольно. Надо будет тоже заказать как-нибудь. А, вот, вот, видите? То есть у меня вот здесь почему-то не показывается отзывы. У меня показываются отзывы только в мобильной версии. Ну, я сейчас в мобильной версии и заказываю. Я не заказываю уже с компьютера. Не знаю. Мобильная версия, во-первых, дешевле. Во-вторых, отзывы можно почитать и нормально пообщаться с продавцом. Давайте переходим к следующему товару. А это у нас, опять же, RDA-шка, NIMP, клон, ну, клон, да, конечно, клон, не оригинал же. Вот такой вот Nimbus, ну, я бы себе взял, если честно, он мне тоже нравится. Тоже трехстоечная база, один плюс посерединке и два минуса по бокам. То есть, получается, тут 4,8, 430 заказов. Вот, как видим, здесь у нас запасные идут отверточка. Шахта и оринги и какие-то намотки непонятные. Вот. Продавец, что у нас с продавцом тоже. Я показываю уже проверенных продавцов. Вот у него бриллиантики, то есть хорошие. Я не показываю новичков, потому что новички могут затупить в один прекрасный момент, и вы не получите своего заказа. Сейчас в России очень-очень трудно получить свой заказ. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, кто-то там ворует. Я не буду никого обвинять. Лично сам не видел. Так что я буду молчать лучше. Еще вот такой вот у нас вот есть RDA-шка. Вот. И как она называется? Пистолет RDA. Rebel Double, Capel, форсунка, воздух, поток управления, дриппер, танк. 510 механическая коробка. Ну, короче, китайцы, как всегда, могут. Вот так вот нам китаец показывает. Тут у него дриптип 510, значит, тут у него сам получается RDA-шка. Койлики запасные. Шестигранник. И болтики запасные получаются. Вот так вот она выглядит. Вот так вот. И вот так вот. Тоже трехконечник. То есть все. И мехмод. Сейчас будет у нас мехмод. Внимание, цена 583 рубля. Simple. Simple очень известная фирма, как вы знаете. Это тоже Китай, все Китай абсолютно. Так что я не вижу смысла покупать где-то в магазинах, если все равно из Китая идет. Это та же самая будет вещь, просто она будет дешевле. Вот и все. За 583 рубля у нас тут китаец дает выбрать цвет. Черный, синий, золото, красный, серебро, белый. Ну, я бы взял, не знаю, я бы взял какое-нибудь серебро или черненькое. Вот такой вот интересненький у нас Simple мехмод. На него можно любые RDA-шки, наверное, да?
Да, вот тут он пишет кон, машин мод, подходит для батареи. Вот, ребятки, остановилась запись. Я даже ничего и не увидел. Сейчас только все понял, когда начал уже монтировать видео. А следующий товар у нас получается, это у нас койлы, как я и говорил ранее. Тут у нас очень-очень много койлов. Есть поменьше, вот баночка, она стоит 422 рубля. И есть побольше, она стоит 450 рублей. То есть там отличается буквально на 2-3 койла. Ну, подороже. По-моему, это такая хранение для койлов. Баночка такая очень интересная. Так что советую к заказу. Ссылочку оставлю, заказывайте. И следующий у нас такой вот дриптипчик, сигаретная тяга. 510-я нержавеющая сталь, написано, распылитель, мундштук, металл, капельного наконечника, подходит для 510-й e-сигарет. Так что вот такие вот у нас продавцы. В принципе, недорого за такой дриптипчик. Я бы себе заказал. Наверное, я и себе закажу на Егошеньку. Так, через 16 минут он уже будет стоить 180 рублей. Ну ничего, можно добавить в корзину, подождать чуть-чуть, и он будет, возможно, даже дешевле стоить. А на этом, ребят, у нас все. До новых встреч. Если вам понравилась эта рубрика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше. Всем вкусного и густого. Всем пока-пока.